Здравствуйте, уважаемые телезрители! Христос воскресе! 16 апреля православные христиане встретили великий праздник Воскресения Христова. Сегодня мы покажем, как проходили пасхальные торжества в главном храме Кузбасса. В субботу 15 апреля в Знаменском кафедральном соборе Кемерово владыка Аристарх совершил богослужение. Этот день посвящен воспоминанию пребывания тела Спасителя во гробе, а также его сошествию во ад и разрушению врат ада. Литургия святителя Василия Великого, совершаемая в последний день Страстной Седмицы, уникальна. Предваряется она чтением часов и изобразительных, соединяясь с последованием вечерни. На богослужении читались 15 паремий при закрытых царских вратах, которые открывались после 6 и 15 для исполнения библейских песен. Стихи были пропеты, а царские врата отворились, прихожане увидели, что сменились облачения престола и священнослужителей. По церковной традиции именно в этот момент происходит смена темных облачений на праздничные белые. Вечер субботный, святающий воедино от суббот, приди Мария Магдалина и другая Мария, видите гроб, все трусбы свели, ангел бы Господень шед с небесе, приступали отвали камень от двери гроба, и сидяша на нем. Беже зрак его, яко молния, и одеяние его бело, яко снег, а страха же его сотрясошися стригущие, и быше, яко мертви, отвечавший ангел, рече же нам, не бойтесь вы, вем бо яко Иисуса ради распятого ищете, несть сде, восста бо яко же рече, придите и видите место, где же лежа Господь. И скоро шедший рците учеником его, яко восста от мертвых, и се варяет вы в Галилее, там и его узрите, се рех вам. И шедший скоро от гроба со страхом и радостью верию, те кости возвестите учеником его. И даже идясте, возвестите учеником его се, Иисус сретия глаголя, радуйтеся. Еще одной особенностью литургии Великой Субботы является то, что вместо привычной херувимской песни хор исполняет песнопение «Да молчит всяка плоть человеча». И достоин.
Благослови мне когу, стевшие с ним же яйца, и нас соблюди во благости Твоей, якуда причащающийся их, Твоих независимо подательных даров исполнимся, и не сглаголом Твоей благости, яко Твоя держава и Твое царство и силы слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. На 16 апреля православные христиане встретили светлое Христово воскресенье. После крестного хода пасхальное утреннее начинается у закрытых врат храма, где предстоятель прославляет Светлую Троицу. После крестоходцы входят в храм, а сам вход в дом молитвы символизирует разрушение смертных врат. Одной из главных особенностей пасхальное утреннее является канон. Каждая его песня сопровождается каждением и радостными приветствиями священнослужителей. В эту ночь в храме можно услышать пасхальные приветствия на разных языках. Христос Анести! Христос Анести! Христос Резуректи! Христос Воскресе! В главном храме Кузбасса пасхальное богослужение совершил высокопреосвященнейший аристарх митрополит Кемеровский и Прокопьевский, владыки сослужили настоятель собора Александр Гусаков, ключарь Александр Гулевский и соборные священники. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праву Иисущего, грядет живот, даровав истинный Бог наш. Молитвами Пречистая Своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. По окончании утренней православных кузбассовцев с Пасхой поздравил губернатор области Сергей Цивилев. Уважаемые сейчас тяжелые минуты для нашей Родины, когда пытаются уничтожить все русское, а самое главное – нашу душу, нашу православную церковь, народ и церковь, все вместе. Я уверен, как и много раз за последние сотни лет, когда враг приходил к нам, мы всегда объединялись и всегда побеждали. Наш русский народ будет жить и процветать вместе со своей православной верой, которую завещали нам наши великие прадеды, за которую они боролись и за которую отдавали свои жизни. С праздником, дорогой Владыка! Митрополит поблагодарил губернатора за внимание, личное участие в пасхальном богослужении и рассказал о той роли, которую сыграло воскресение Христово в человеческой истории и судьбе русского народа.
Для божественной литургии священнослужители сменили цвета облачений с белых на красные. Владыка Аристарх поприветствовал всех священников и алтарников, а также вручил каждому символ Пасхи – крашеное яйцо. Одной из традиций литургии в пасхальную ночь является чтение Евангелия. Первые стихи пасхального отрывка читаются на разных языках. Митрополит Аристарх начал череду иноязычных чтений с греческого. Также строки Евангелия от Иоанна прозвучали на латинском, иврите, английском, немецком, шорском, японском, узбекском, таджикском, болгарском, французском, русском и церковнославянском. По заамвонной молитве архиерей освятил артасы, особые хлеба, которые пекутся специально ко Дню Светлого Христова Воскресения, освящаются в день Пасхи, раздробляются и раздаются верующим после литургии в Светлую Субботу, последний день Светлой Седмицы. Вечером в воскресенье в Знаменском храме служили Великую Пасхальную вечерню. Владыку Аристарха облачили в праздничные одежды. Праздник Пасхи с апостольских времен для христиан был самым светлым и радостным, и до ныне он празднуется целую неделю, Светлую Седмицу. Все богослужения совершаются при открытых царских вратах, являющихся символом того, что Господь своим воскрешением открыл двери рая для верующих. Архипастырю сослужило все духовенство собора и священнослужители Кемеровской епархии. Многие были удостоены высоких церковных наград на малом входе. В связи с праздником Пасхи Христовой, богослужебно-иерархической наградой, правом служения литургии с открытыми царскими вратами по пении «Отче наш» награждается протоиерей Александр Кудрестенко. Аксиос Христос! Правослужение божественной литургии с отверстиями царскими вратами до пения херувимской песни удостоились протоиерей Владимир Братунец, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Кемерове, и протоиерей Евгений Сидорин, клирик храма иконы Божьей Матери Казанская в Кемерове. Александр Зленко, настоятель храма апостола Андрея Первозванного, получил право ношения наперстного креста с украшениями. Священники Антоний Алексеев и Александр Краснов награждены правом ношения палицы.
После прочтения великого прокимна диаконом Вячеславом Ланским владыка Аристарх, стоя в отверстиях царских вратах и лицом к народу, прочел Евангелие от Иоанна, в котором рассказывается о явлении Господа к апостолам в вечер воскресения. Окончанием богослужения митрополит Аристарх обратился к присутствующим в храме с проповедью о воскресшем Христе и вручил епархиальные награды активным участникам приходской жизни Знаменского кафедрального собора в Кемерове. А рано утром 17 апреля в кузбасскую столицу прибыл благодатный огонь. Принял святыню настоятель Знаменского собора Александр Гусаков. Уважаемые телезрители, мы поздравляем вас с праздником Пасхи. Здоровья вам и вашим близким. Пусть каждый день будет радостным. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Христос воскресе!